Здарова, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Мирон, и сегодня будем играть на проекте под названием Black Russia. И сегодня мы залетели в казино. Как вы помните, в предыдущем ролике мы подняли неплохой такой баланс, это прям замечательно. Также, ребята, не забываем вас поздравлять, точнее не поздравлять, а мои слова благодарности вам выражаю, что целых 100 человек, 98, ввели мой топовый промокодик, хэштег Мирон. А знаете, что это значит? Что вам нужно залететь по ссылочке в описании. И если вы хотите играть вместе со мной, то на сервере Черри при регистрации укажите мой промокод, хэштег Мирон, он даст вам классные бонусы. Ну и конечно же, не забывая про победителя с предыдущего ролика на 500 рублей доната, и в этом же видеоролике делаю для вас точно такой же розыгрыш. И для участия вам нужно подписаться на меня, поставить свой лайкосик и написать свой комментарий. Ну а также, ребята, хочу вам напомнить, вот так вот, да, наполнить, значит. Ладно, хочу вам напомнить, что в азартные игры не советую вам играть, и лучше смотрите мои видеоролики, нежели сами пойдете сливать всю свою имущку. Я вам говорю это как знающий человек, как знающий тех людей, которые слили все имущество и ушли с проекта. Поэтому, ребята, не наступайте на те же грабли, лучше посмотрите, кайфаните от видосика, нежели будете сами играть. Бэмс, ребята, я уже нахожусь за столом по 1 миллиону рублей. Ну и погнали, конечно же, делаем свою ставочку. Надеюсь, кто-то еще захочет со мной поиграть. Как тут те же люди, с которыми я играл в прошлом видеоролике. Нормальная тема, конечно. Так, гоу. Погнали. Аним 12. Включаем нашу любимую 12-ю анимочку, которая приносит нам просто колоссальную удачу. И проигрываем бабосики. Ладно. Первый лямчик у нас здраво уходит. Что с языком сегодня, а? Мы не расстраиваемся, понятное дело. Расстраиваться нам не из-за чего. Это всего лишь какая-то игрулька, игрушечка маленькая. Вот. Денежки в игре виртуальные, не расстраиваемся. Миронов слив. Просто там такой свист должен быть, но я свистеть не умею, к сожалению. Вот. Но Миронов слив. Миронов слив. Короче, как-то так, да. Сергей, отойдем. А на какую тему ты хочешь со мной побазарить, дружище? Дружище. Какие у тебя есть ко мне вопросики? Седора Черри. Давай отдавай мне обратно мой лям. Сюда, на базу. Бам. Ом, да, боже мой. И... Чего? О, 500 косариков. Ну давайте быстрее этого Кевина уже вынесем отсюда, чтобы он ушел и не кричал оскорбительные слова в мою сторону, потому что я очень сильно обижаюсь на такие слова. Вот. И не хочу это слушать. Я выигрываю, кстати. А сейчас, смотрите, полетит в чат добрые слова радости за меня. Вот они, кстати, да. Эти слова радости за меня. Ой. Не, это, конечно, здраво сейчас было. Максимально здраво. И вот таких слов именно я и ожидал, в принципе. Тоби Ройл победил. Поздравляю вас с победой. Я-то не буду его... Ну, в принципе, я на него не обижусь вообще никак. Вот, если вы поняли, о чем я. Вот. Ну, вот так вот всегда и бывает, ребята. Когда ты кого-то выигрываешь, все это, блин, провал полный. У людей теряется смысл жизни, они не хотят дальше ничего делать, у них опускаются руки, они впадают в депрессию. Я не знаю, ребята, вы просто посмотрите на этих людей, но они же вообще все пропавшие. Верните мои 3 КПЖ, я вам проиграл. Так ты сам пошел в казино, чувак. Ну ты же сам пошел в казино. Блин, там все буквы неправильно. Я умоляю, верните мои 3 миллиона. Брат, это казино. Брат, это казино. Зачем? Блин, я реально не понимаю, зачем ты сюда пошел, если ты боишься слить их? Блин, да все буквы мимо. Слить их. Ну реально, хотел выиграть, ну... Блин, ты же должен был понимать, что ты можешь слить, что ты приходишь в казино не только выигрывать, бро. Это так не делается. Блин, ребята, слушайте, я вам честно скажу. Я бы вернул ему эти 3 миллиона. Но понимаете, в чем дело? Во-первых, если я передаю такую крупную сумму какому-то игроку, мне по шляпе прилетает очень сильно, причем. Уже один раз меня чуть не забанили за это. Вот.
там пришлось возвращать вещи. Кое-какие, которые я подарил своему другу, я их вернул, все как бы, и нормально. Обжалование было, все дела. Вот, а тут я, к сожалению, не могу огромные суммы дарить. Я могу подарить аксессуар какой-то, могу подарить там скин какой-нибудь. Ну, не такие прям сильно-сильно дорогие. А вот валюту мне вообще нельзя передавать на самом деле. То есть я как бы не хочу этим заниматься, потому что, как-никак, я боюсь за свой аккаунт, которому уже больше 2 лет, уже 3, наверное, скоро. Вот, поэтому, блин, сори, пацаны. Да и к тому же... Он проиграл эти деньги в казино. Он пришел в казино, чтобы что? Выиграть? Пришел выиграть в казино. Ты когда идешь в казино, ты должен ловить себя на мысли, что ты можешь вернуться без бабок. Ну, не вернуться без бабок, а выйти из него без бабок. И как бы идти в казино реально не просто поиграть по приколу, вот как я, допустим, делаю контент, а чисто ради того, чтобы поднять бабок, на серьезном лице сидеть и пытаться что-то выиграть и переживать, если ты слил. Ну, камон, ребята, да не играйте вы, если вы так играете. Реально, в казино лучше не играть с таким настроем, потому что это заканчивается очень даже плачевно. Запомните, если вы на серьезном лице залетаете в казино, чтобы поднять бабки, вы выйдете с нулем. Но если вы заходите на какие-то лишние бабки на полном угаре, то есть вы заходите просто поиграть, ради своего, так сказать, насыщения азарта, то залетайте ради бога, если бабки реально лишние и вы не боитесь с ними расстаться. Как вот этот человек слил мне свои 3 миллиона и просит их вернуть обратно. Ну так не делается. Так, ребята, следующая игра уже пошла на 1 миллиончик. Все нормальненько, здравенько. Так, давайте, пошла игрушечка, бам, и выигрывает QWERTY Stark. Так, пошла следующая игра, давайте подрубим какую-нибудь, я не знаю, анимочку, 12-ю, например, вот такую, да, нормально, бамс, опять QWERTY Stark выигрывает, нормально, блин, фига он там поднял, я-то в минусе, блин, уже на 2 миллиона, ладно, даже не на 2, а на 3, уже на 4 буду сейчас, если проиграю, это уже не дело получается, в прошлом ролике подняли, в этом слили, ну, блин, как-то, я не знаю, я такой выкладывать не хочу, но я хочу вам показать, что здесь можно не только поднять, но и слить. Потому что постоянные ролики, где я только выигрываю, кстати, я сейчас выиграю, мне кажется, это не так интересно, нежели видеть ролики, где есть и проигрыши. Да-да-да, сейчас многие скажут, что я говорю это, потому что мне лень снимать именно там, где будут выигрыши. Да, это тоже присутствует. Но по большей части я просто выкладываю все, чем я занимаюсь на самом деле. То есть, если проигрыш, проигрыш. Если выигрыш, то выигрыш. Ничего лишнего. Я еще выигрываю, кстати. Нормально возвращаю свой full баланс. Нормальная тема. Так, следующая, третья игра. И давайте, ребятам, посмотрим, что из этого выйдет. Если выигрыш, то я уйду. Нет, это не выигрыш, и мы опять в минусе. Блин, но сейчас бы вот все игроки согласились на ставочку. Не один на один, а вот чисто залететь и выиграть. Андрей Тепов там реально жестко рассуждает в чате, может кто-то видел. Да я буду один на один играть, пусть они там сливают. Тоже на серьезном лице сидит пацанчик и просто не хочет, так сказать, удовлетворить свои потребности сыграть в казино. Блин, голос пропал, нифига себе. Блин, ну если и сейчас Сибор этот выигрывает, я уже, конечно, вообще в шоке буду. Можно мне выиграть, пожалуйста? Бэм. Офигеть, блин, Чё за раздевание пошло? Нормально, блин, вообще? Ладно, погнали еще на лям. Окей. Давай лямчик заряжаем еще один. Блин, вернуть бы хотя бы бабки свои, а? Не, ну если он сейчас опять выиграет, это, конечно, прикол будет. О, все, хорошо. Сейчас бы вот еще 2 ставочки. Вот реально, 2 ставочки победюкать, выиграть, забрать денежки, положить к себе вот в копилочку, просто в кармашек запихнуть и просто уйти отсюда. Просто уйти отсюда. Все, давай, Андрей, ты хотел один на один. Андрей, го, 1 на 1. Давай. Андрей, го, 1 на 1, ты же хотел, все, он не ставит. Он не ставит. 70 кака осталось, блин. Так давай играть, что ты думаешь? Ты сразу плюсик автоматически должен у тебя уже нажиматься. Автокликер чисто на эту кнопку сделать ставку, давай. Опачки, игра пошла с Андреем 1 на 1. Вот я ему тут, короче, пишу вот это вот, чтобы он не переживал. И все, кстати. Блин, надо еще одну игру выиграть. Еще одну игру.
пожалуйста. Вот последнюю и реально ухожу. Ухожу. Давай, let's go. Let's go. Ставочку, дилер. Ну все, уснул. Ай, смотрите, какой залетел все-таки Сидора, обещал не играть. Ё-моё, сейчас его, я чувствую, просто обматерят. Обматерят, пацаны. Ой, все, ничего не успел, ни анимку, ничего. И проиграл, выиграл Андрей. Ну ладно, анимка 12-я, заново подрубим ее, короче. Блин, если сейчас опять все трое согласятся. Да, все трое согласятся. Если я выиграю, будет хорошо, будет хорошо. Мне бы на самом деле сейчас надо бы выиграть. Опа, видали, как сделал? Нифига себе. Давай. Опа! О, все, ребят. Ладно, я думаю, надо прекратить, пока я в небольшом минусе относительно. Вот. Нужно остановиться вовремя, ребята. Всем спасибо за просмотр.